Дозведу напала, но я еще с вами тут. Пойду ему в чат. Джанк хотел, давайте джанк возьмем. У нас слоты есть по ДД? Ну смотри, не спеши, может кому-то ОД надо, типа вешать КД. Ну если типа на КД похуй людям. А, не, джанк именно хотел добить последних двух боссов. Ну как мы видим. Ну по крайней мере с утра он нам так говорил. Поставил плюс GetHelp в чат орды. Так, бля, меня позволят, меня там будет выскочить буквально на 2 минуты. Это 2 минуты, пока долетим с вами. Так это может быть посреди трая. А, да похуй. Ну, бля, он там как раз эти добьем, у вас будет еще человек. Че у нас есть? Два танка есть, да? Да. Нахера вам два танка? Зачем вам два танка? Если можно одного убить. И будет быстрее и легче. Ну, один танк и все равно есть. Пофиг. У всех ДД есть спеки. На лече два танка может понадобиться. Один танк можно на лече вообще на имя. Привет, ребята. А куда движение-то? Саня, вчера вынул четвертый кусок на танк. Привет. Мы пойдем в этот пока. Добьем, поможем лича и чендру, а потом заново целкадить. У нас так все бафы спрашиваю. Есть, и все бафы и на миликов, и на кастерах, так что можно просто любого взять. А этот, Саня, а... Ты, наверное, уже да писал, почему кара КМ не будет, почему кара КМ не будет? Можно вкратце? Вкратце не пришли нужные люди. Ну, тебе вкратце не пришел Сосуна, не пришел еще один человек. Не пришел Петя, не пришел Женя с Кибей. Альтернативы есть, но я этим заниматься не хочу. Как бы есть, но это большинстве людей заново надо будет обучать. Если бы там хотя бы два не пришло, так вон, пять человек на X5 сидят играют. Ну, сделают еще раз так, будут сами играть. Вот. То есть я дам просто лидера Петя, гильдии, пусть делают что-то. Не, пофиг. А Петя рэлить будет? Мне по барабану, я играть просто больше не буду. Ну, я бы поэрэлил, типа. Так что смотрите, поэрэлил. Ну, желающих, ну, короче... Скажем так, я дам лидера Петя, а дальше решайте с гильдии, что хотите. Если какая херня будет повторяться. Вот. Я положу рейды. Я не хочу, чтобы рейды распадались. Мир тебе. Да, такая хуйня меня тоже не прикалывает. Кто 10-й нашли, нет? Заходит или что? Сейчас Рога, если ответит, то Рога, видимо, возьмем. Это на два босса куда-то идет? Да. А что, у нас улетели там какие-то основные танки или основные шоу? Что еще раз? У нас улетели какие-то основные танки или основные хилы? Ну, типа того. Рогу берем, фул, знаю. Так у меня саппорта нет, дадите мне саппорт. По-моему, незаменимых нет. Блять, ты придешь на Молчезара, если хоть пара человек не знает, что делать, просидите там часа 4, не меньше. Да даже просто не Молчезара взять, нет. Есть копыта взять, даже копыта, если что, люди, которые что-то не знают, там это, блядь, пиздец, сколько времени там тратить. То же самое на Молчезаре, здесь Молчезар не такой легкий, как на X3. А если люди не особо скиллованные, вы просидите еще на этом, на ране, на копыте по паре часиков, и на малче вы просидите еще больше. Так что брать людей, которые не знают ничего, это риск. И брать больше одного-двух людей новых, это пиздец. Вот, в принципе, Ваня рассказал более объемно ответ, почему мы не пошли в кару ХМ. То есть некоторых людей, я в них уверен. Вот, допустим... Я извиняюсь, сейчас перебью, но мой вопрос был адресован больше к 25-кам. Ну, вообще как... Вот. 25-ок сегодня нет.
25-ок, по поводу 25-ок, я всего просто есть люди, с которыми я играю, скажем так, почти 3 года. Как бы, скажем так, они мне, в принципе, достаточно дороги. И по факту ради них, ну, частично ради них, я с ними, ну, играю вообще, в принципе. Я перешел с X2, можно сказать, ради них. Они вот сейчас пошли на X5. Ну, если они такую хуйню будут творить, ну, блядь, пизду нахер мне играть, короче. Нет желания. А, как бы... Дальше заново все делать. Ну, посмотрим, посмотрим. Я говорю, если они такую хуйню будут делать, ну... Думаю, что... Какая разница? Перейдешь просто в другую гильдию, да и все. Тебя... Ты ж скилловый вроде чего. Была бы она, то я привык к ребятам. Мне тут хорошо. Ну, я к Дексионе обращался, но ты тоже, если кто перейдешь. А куда перейти-то, ты мне скажи. Вот так вот. В этом пойми, мне уже будет абсолютно без разницы. Ну вот, я говорю, ты сначала подожди, может люди также будут нормально ходить на 25-ке. Все равно на X5 делать сейчас нечего. Куда спешить сразу куда-то искать что-то? Еще ничего не произошло, вы уже панику разводите. А сейчас все разваливаются из-за этого X5. Да, не знаю. Ну вот, что расстраиваться, здесь куча твинков у людей. А кто на Ванином персе? Так, давай по пасту. Правда, вы, блядь, со мной не били. Но... Или по вашему. Короче, как вьем? Давай командуй, как скажешь. Не, вот. Давай Войт или кто там. Я по делу лучше скажу. Хилы. Я похилю. А второй кто? Дерево. Не имею понятия. Все знают так. Ну, блять, такое себе дерево. Ну ладно, нормально. Здесь это все? Все зашли? Ну, вроде как, да. Тотем, короче, поставить, я третью возьму. А... Ваня, фрикан. Тотем от льда? Угу. Тогда я СПД не буду давать. Ну, тогда я поставлю. На СПД же дают демон, есть демон, нет? Демона нет. Нету. Дерево фикает. Я, блядь, ходки раскидываю, стою, ты говоришь, я ФК. Ну так, это, у меня ассиста нет, я не знаю, кто ФК. Вы долго стоять будете, блядь, здесь? Давайте. Ну чё вы, блядь? Сейчас проверка на ассиста, подожди. Дрочить пришли? Вы просто ешьте. Я дал тебе ассиста. Так, а рыба есть? Где рыба? Ха. Сейчас поставлю рыбу. Просто все сядьте и ешьте рыбу, когда танк побежит ее пулять. По тактике Ваня отсутствует. На первой фазе крест-квадрат... Крест-квадрат выносите, выше печеньки не поднимаетесь на лестницу. Метки по 20% сбиваете. Изначально все стоят под левой лапой. Во фрейм босса не заходят. На второй фазе, когда она уже начинается, вторая фаза, 35%. Все метки выносятся в трусы. Но не во фрейм босса. Когда метки выносятся в трусы, милики отбегают в РДД-зону. Все? В трусах первую метку сразу же разбиваем, вторую разбиваем. После притяжки. Когда я скажу, да. После притяжки. Возможно, когда будет вторая метка, начнется притяжка, и кинется третья метка. Третью метку просто в сторону вынесите. Войт, ты соло танчишь, да?
с ордрусткой, конечно, такое, но похуй. Ну вы что, угораете? Давайте с Троянского спикайте в танк. С чем? Мы два раза, три раза в игру и два убивали в одного танка, потому что в эту в ордруску. С ордруской не очень. Да, с другой стороны, фотки закинешь. Ой, блядь. Велосипедист, нахуй. Короче, до последней фазе склепы только милики бейте. РДД пусть босса хуярят. Да. Вторая фаза, тупо РДДшники все тупо по боссу всегда играете, следите за освобожденкой. Много стаков освобожденки не набираете. Че, когда еще раз готовность? Сейчас скажу. Тоя, Войт, все готовы, садитесь, все рыбу ешьте. Не хиляй по хвалам. Все, беги, беги, Войт. Иди рыбу ешь, краш-тест. Все нажмите есть рыбу. И не вставайте, пока она не приземлится. Все, можем бежать. Под левую лапу все. Абсолютно все вон ко мне. Меня ждали. Только во фрейм не заходите, я просто не вижу, где фрейм босс. Много стаков освобожденки не набираете. И вообще стаков. Убежали все. Печеньку выбежали. Две метки, крест, квадрат. Сомалийское, троянский. От них отбегите. На ступеньках первое перебежали. Не убейте только глыбу по 20%. Доты не вешайте на глыбы. Да, ни одной дотки не должно быть. По правой можете чуть-чуть сыграть. По левой 10%, кто рукой РДДшники бейте через посохом просто. Нажмите правой кнопкой мыши. Все, разбивайте глыбу. Под левую лапу снова. Камера очень сильно отдалилась. На одном из хило освобожденка аккуратно смотрите. Много стаков, поэтому не набирайте. Убежали. Бейте босса. РДДшники в печеньке оставайте. Сука. Дай БР. Я шо, так выдох, я набрал их. Ай, ёпа-ёпа. Рибав дайте. Ох, сейчас меня шо. Угасный. Троянский, если 100 обойдешь, ну что, без хапала и паладин танк, возможно, придется этот тебе забрать. Будет босс, либо войд через бабовский не встать. Но я же ДД. Я знаю, прожмешься, я тебе зубы закину. Окей. Ну, там войд должен вытащить, я ему через бабовский. Я как сейчас дать, как додик сдохнет. Надо цешники хуёво все настроены. Ну, не играл на нём. РДшники в печеньку свалили. Трусы, если с тобой будут чуть ближе. Вторая фаза началась. Все метки выносятся в трусы. Кто там, троянский в трусы.
РДшник типа босса играть. Разбили сразу же метку. Руи нет, до 20% только добиваем. Джипси побежал в трусы, можешь в углы был уйти. Метку до 20%. Не разбиваем ее. Почему он бейте всем? РДД бьют босса. Да. Спрятались все заметку, спрятались все заметку. Следующую, если повесил Маздай, выбеги просто куда-нибудь в сторону. Зачем вы ее бьете? Сука, гений. Блять, зачем ты разбил? Вбежали за Маздаем, быстрее все. Сука, Войт, нажми массакру. Блять, ну нахуя вы разбили метку, хим? Вот ракетка чья-то полетела туда. Блять, для кого говорилось, что только милики бьют метку? Кто, блять, гений такой? Сбивайте трусы сразу, пробуй хилить самым низким. На мне стакет, на мне глыб. Ну, все, падайте, зайдите под лицо, разверните. Сука, что непонятно, не бить вторую метку до 20%. Никто не знает, лучше просто не трогайте. Ну, милики все разбили, а милики не били. РДД долго просто... можешь вообще не бить. Значит, кто-то разбил из РДДшников. Уходите. Блин, блять, как тут настроить, сука? Давайте я в хэпала там и в два танка троянские стоим потанчит. А зачем в два танка? По одного танка затань. Мы ж не из-за этого сейчас сдохли. Мы тебя прохилили бы. И убили. Вон, мы сейчас бы метку вынесли, дали бы Геру, залили бы Симбру. Все. Просто кто-то взял, разбил метку. Я не знаю, кто из РДДшников это сделал. Ну, это был краш-тест, ракетку ебанул. Ну, красавчик. Блять, у меня камера на фул отдалена. Как там поставить, Андрей, камеру? Колесиком приблизь. Как блять? Не знаю. Меня не приближаю. Меня на колесиках хилит. А, блять. Блять. Кейт, значение клавиш, и катаешь вниз до... Сейчас. До камеры, да. Интерфейс, не знаю. Обзор прям, там чуть ниже середины будет. Люди здоровы. Вопрос такой, уроки, чтобы больше ДПС отдать, сколько стаков максимум можно собирать? Ты можешь собрать, смотри, в начале первый раз можешь собрать где-то 12-13, нажать кош и снять все стаки, потом набить где-то 7. И так 6-7. Да, и потом вместо этого нажать... О, отлично. И вот у меня камера просто на фул была отдалена. Ни хера не видно было из-за этого. Санька, кидай больше щитов. Я по всем кидал, Анчик. Так. А можно один момент? Вот, смотри, первый раз Void поставил этого, я бить не мог из-за РДДшера этого. Вот когда второй раз он чуть-чуть дальше, буквально там 2 миллиметрика сместил, тогда только можно было бить. Алло. Синдру. Аня, как у вас по мане? Да, сейчас отлично. Вот. Да у нас всего хватает, абсолютно всего, мы убиваем спокойно. То есть просто вот сейчас метку из-за того, что разбили, из-за этого сдохли. Бля, короче, никто нахуй из РДД не бьет метки. Даже те, которые до третьей фазы. Вообще нахуй никто не бьет. Сам все разобью. Тимур, ты, кстати, тоже можешь по меткам не сильно не играть, потому что у тебя яды настакиваются, яды могут тоже убить. Я, бля, проверю, кто там бьет. Хватит FDK и Вань. Может быть, хотя бы до половины побьют, нахуй, мы же будем забиваться бить. Да вы, похуй. Там 100 тысяч здоровья, там 5 секунд он падает, Ваня 2 крита сдает, и ты один крит, и все, и метка падает. Бьет да. Бога, конь я, все, РДД вообще нахуй не смотрит на эти склепы. Ешьте рыбу, ешьте рыбу. Вой, ты старайся так сделать, чтобы конец фрейма босса возле трусов был. Будет вообще идеально тогда. Ну, на второй фазе, в первую. Рыбу ешьте, ешьте. Можете еще пока есть. Убежали. Зачем вы сюда явились?
Под левую лапу и РЗДшники, и милишники. Ну кто? Ай, валя, чпадите. В кучу встаньте, отойдите в метки, в кучу встаньте. Тимур, где вообще напул? Под напулом невозможно было сорвать. Был? Ну хер его знает, либо ты настолько херово дамажишь, что ты ничего не напулил, либо... Ой. Поздно дал, походу. Ну, понятно, что я пыщ-пыщ воин. Возможно, он бить просто начал позже, чем Варва, у него же нет его этого. Да здесь же этот, трение, дал трение, да и все, дал ваниш. Сразу с ваниш подскрылся. И поехал наяривать. То есть нажал ускорение, нажал ваниш, дал маленькие хитрости, с ваниш начал наяривать. Ну да. И просто погнал стаки набирать. Набрал стаков 14, там 12. Смотришь по хп своим, тут прочитаешь. Типа у нас ДЦшник и Редрушка. Для тебя это типа в плюсе. Ты там больше стаков можешь из-за этого набрать, потому что тебя пропиливать будет. Набираешь стаки, смотришь, за раз тикает, попал хп, чуть больше тикает. Снял кошем, пошел дальше и продолжаешь. Рога здесь топ-1 по ДПС должен быть. Понял. Эх, смешно. Рога не бит, тупо не ДПС. Всегда был топ-1 на этом боссе, по крайней мере, до глыбы появлялись. Да, уже кушайте рыбу, Войд, покушай, чтобы... А, весь баф. Понял. Иди, беги, гуляй, да. Ешьте все рыбу, главное, чтобы не умерли. Ваня, крикнешь, да? Да, да, всегда хочу. Под левую лапку. Ой! Ну ёпту! Хорош, Войд. Иди за огром, Ваня. Я шо? Ну, не врывайся на фул, странно. Дай ему тропку убить. Не декашни. Если шо, у меня есть 4-4. Забежали, да похер на твои 4-4. Тимур, блядь, да. Что там? Ай, ебать. Как ты сдох? Да, блядь, камеру развернул. И бежать, короче, как будто на одном месте бежал. БР дашь тому по КД. СС краш-тест закастуй на меня. Второй СС Джан закастуй на Сомалийского. БР дадите ему сразу рибашку, Тимур. Тимур, только сразу хоть не вставай. Когда... Чё, блядь, в принципе, руки убрали. Хорошо. Не, уже как раз. Всё, дашь БР, сразу встанешь. Давай. Ну, нет, ещё 2 секунды БР. Вставай. Дай, давайте ему рибашку. Притяжка приготовить, поджали. Тебя никогда не убило, зажимай 3 клавиши. Правая, А и... И смерть. И вагоны пиздец. Стать есть? Да. Рибахните его. Нет, лагает жестко. Сомалийский твоя. Конь будешь выбивать склепы. На лестнице слева. Поэтому спрятали все. Молодцы. Вот смотри аккуратно, под конец яда не обновляем.
Они больно бьют. Ты можешь просто без расправы бить. Да, да я вот на атаку и хуярю. А кто нас бьет? Алло, блядь, аккуратно с дуроном разбирайте. Войд разворачивай. Хорошо, красавчик. Скажу пару ласк. Прибавьте гламура. Спамину дал. Ну, я ему тоже еще раз дал. Главное дайте лапку и каску. Вот эти два бафа ловим. Вторая фаза пошла. Все, вы РДшники в печеньку свалили. За освобожденкой следите. Сомалийский побежал. Нет, в трусы. Бежали все от трусов. Разбили выму. Краш-тест. Трусы. Камилики бьют в хлеб. 20% РДшники по синдре играете. Опа-опа, налича, возьмите меня. Тихо. 20%. Следующий выву просто выносите. Кого там принесло. После взрыва разбили глыбу. Джанк выбежал. Только не под лицо, кони. Красавчик. Да чё ещё бей пока. Чё ты забрелся в трусы, блин? Блин, разбили, стал всё. Чё он фига? Малийская трусы. Блять, хватит собирать стаки. Сколько ты стаков там набрал? 10. Молодец. Это разбираем или нет, я не помню? Это смерть. А. Теперь по порядку. Жанг, блять, что сложного стоять в печенке? Да им все сложно. Дальше, Джипси, какого хуя ты стоишь, блять, в мелизоне под склепом, когда босс кастует взрыв? Я не стоял в мелизой зоне под склепа. Я пытался бить босса, потому что склеп стоял, из-за него нельзя бить. Так чё, давайте в два танка три хила убьем нормально. Босс кастит ебаное АОЕ вокруг себя. В три взлёта убьём. Или будем дальше вайпаться. Время дохуя. Бля, Войд тоже гений, блять. Какая разница, люди будут умирать в два танка или в одного танка? Короче, для тех, кому непонятно, стаков больше трех не набираете, РДДшники, раз не умеете бить. Это первое. Второе. Все метки выносите в трусы. Когда выносите в трусы, кроме когда она иногда подвешивает еще одну метку, когда Аня, вот притяжка идет первая. Когда ты говоришь, бейте босса РДД и стоит глыба, что ты имеешь в виду? Смотри, ты можешь бить босса, идет таймер, притяжение, когда начинается притяжка, ты должен спрятаться за глыбу. Это первый момент. Второй момент. У тебя есть скилл, который называется уход в тень, или как он там правильно называется. Ты можешь его нажать, и тебя никогда в жизни не убьет. Это когда было? Саш, я извиняюсь, дико. Вот третий человек уже пишет. Нельзя, когда глыба стоит. Его надо или босса чуть-чуть левее проводить, потому что, ну не бьет босса, ну мы стоим, ну нельзя из-за глыбы бить. Блять, да вы не должны бить через глыбу. Вы должны отойти, посмотреть на таймер ДБМа. Ой, бля, сейчас будет притяжка 3 секунды. Спрятались, не бьете, хилитесь. Все. Ставь в ДБ кто-нибудь, у меня рыба в ДБ осталась. А можно мне мой слот как-нибудь? И последнее, краш-тест. Что непонятного, не бить глыбы? Люди уже когда приняли? Я поставил. Я тут со склепа в трусах остался. Если шевельнусь, он походу с улицы. Скаф. Кто-нибудь лок любой. А, ну, сразу уже. В чем проблема? Поменяться танками, а он пойдет еще раз. Да не в танке проблема, Андрей.
Сейчас в танке проблема или что? Один чувак набрал 10 стаков. Я не про это, я сейчас про то, что Рога сейчас пулит, типа, ну, спулит. Танк пойдет его ловить, Рога пойдет хавать, все. Все, мы его засуманим. Ну, рыбу надо поесть. Ешьте рыбу, да он поест пока, иди гуляй. Когда у нас танк начнет умирать, тогда и будем беспокоиться о втором танке. Да не будет у нас танк умирать, второй у него бабл еще есть, скинуть стаки. Я не говорю, даже его этим не воспользовался. Краштест как сдох. Падайте. Он без саппорта, что ли? Рыбу жрал или как? Походу не жрал. Смел саппортом. Ты не убьется с мелким саппортом, да не такой же простой бот. Я ему щиток пытался дать, он не дался. Ой, нафиг, блядь, тут рыбы хватает, чтобы выжить. Одну рыбу берешь, и все, ничего не надо больше. Ты же убивал краш-тест со мной два раза, че ты тупишь, блин, давай. Второй раз вообще со второго трая убили. Ты не вылетел. Рыба еще стоит, отпевайте. Ай, гламура сумон, чтоб рыба стояла еще. Быстрее, тык-тык-тык. Краш-тест. Давайте. Начинаем жрать. Дебаф быстро кинули по ним, чтобы это рыба ее хватило. Все, нажали все на рыбу. Погнали, иди гуляй, ой. Ну, давай, змей, краш-тест рыбу. Сейчас беги. А, я понял. Пропало. Ставьте новую, не беги. Есть новая? Рыба есть еще? Да, короче, возьму с ГБ. Возьми. Поставь. Есть. Все, нажимайте рыбу. Все, абсолютно все. Иди пляй его. Сейчас все едят рыбу. Нормально. Троянский инвест. Сука, блядь! Стоит АФК, блядь. Ой, не стакки, смотри. Отдал ему зубы, может вызовет. Куда? Ну. Хоть падайте, пиздуй. Не знаю, что делать. Трианский лечу лагаешь? Ну там в раз. Его в дичь нет вообще. Как может отвалился вообще? Давай в рашку добирай, да погнали. Че, вы саппорт ждете? Обязательно саппорт здесь пить. Сейчас я куплю, да. Как это? Ну, просил кого-нибудь лучше-то. Там пойдешь купить. Я быстрее куплю. Ну, если быстрее, то давай. Мы на том КД, блядь, без саппорта убивали.
Но это глупо идти без сопрота на этого босса. Еще раз просить мне хилам проще хилить. Ставьте шкаф. Малийска надо делать. Что делать вечером будем? Что не знаю, сейчас подожди, я вот так вот. Пошла! А ей на танцы? А, завтра. Ой, ты где? Сейчас. Мальчик, на какую-то энергию нет, пожалуйста. Браска, на второй фазе все глыбы в трусы выносим. Когда скажу, прячешься за глыбу. Когда тоже скажу, вынести в сторону, выносишь в сторону. Не... И Джанг, ты молодец, видишь, что лицо здесь. Никогда не неси под лицо. Он чуть в сторону отнес, и все, и под лицо никогда в жизни не бежит. Смотри, на тебя кинулась метка, когда притяжка была, тебе нужно было вынести в сторону. Просто под лицо не беги и все. Вынеси в сторону по диагонали немножко, между трусами и крестом вон туда, по диагонали. Вот, стоит синий тотем воздуха параллельно этому тотему, чуть правее, левее. Ну что там? Как... Хорошо, если ты в курсе, как ты сдох тогда? Готовность, когда мы погнали. Бля, мне на трубу хуя. Да ничего, мы заменили уже. Погнали. А, окей. Есть тиски рыбу. Там побегали. Видите, за огром своим. Под левой лапой, чтобы не откидывало вас. Вратка тоже держись ближе левой лапой, чтобы он долго не летел во время притяжки. У меня отрывки. Я знаю. Ты нам всех составляешь дольше лететь. Нас всех. Что за хуйня ты сейчас морозит? Побежали, побежали, побежали. Хорошо, сейчас всех печеньку выбежали. Крест квадрат. Дальше. Вы-то печеньки никогда не поднимаетесь. Нахера вы вверх лезете? Пока не кинулись метки. Чтобы потом дольше бежать. И паника была потом. Кинулись метки, когда поднялись выше по лестнице. Метки не разбивайте, доты не вешайте. Сука, никто не трогайте бучьи склепы. Трогает, главное не разбивает. Не пусть трогает, сейчас... пусть вообще, бля, даже не смотрит на них. 15% не раз... Там... А, что? Что? Понял, сорян. Нормально, сорян, сорян. Не уже.
или вместе как он притяжка. Побежали. Молодцы, никто не сдох хоть. Вы печеньки не поднимаетесь, напоминаю. Стенку сблизались, и крест квадрат. Гламурище как тест. За левой глыбой. Перевораска со своими трапами аккуратно, пожалуйста. И все равно кто-то дотку подвесил. Никого. Дерзите все в печеньку подбежали. Ну, 2%. Давай. Ах. Звукец. Не добили Войт. Йоу, дело. Поморище. Да пиздец, ну ёб твою ж мать, ну. Дай бэ. Бейте босса. Босса, блядь. Склепы. В Амуричке оставайся там. Ну, босса бьете. Зашли. Склеп. Не ставим ноги. Слева выбить можно. Слева, не в центре. Босс поломался, я понял. Давай герда еще. Разбейте как с теста герду, давайте. Не добивай. Ой, это ж мимо сокру. КД нахуй. Да все. А мне пизда. Это был какой? Четвертый склеп уже или пятый? Да, это из-за того, что притяжку не успели разбить, поэтому он поломался. Он во время притяжки перебивался на вторую фазу. Ай, блядь. Ничего. Падать. По всем в челюсть бегитесь. Я заранее сказал вам, сбежались в печеньку. Пока не переведете в печеньку, не сбегаете. Как раз успели бы перевести. Мойка-то. Сашка, вы можете ДД добрать? А меня, короче, с работы вызвали. Уже сейчас пораньше приехать. Конечно. Радикей, ты зайдешь или нет? Это спорно открывает. Что еще раз? Нет, до сих пор хуёвит. Вы меня разговариваете рывками, но пизда. Ладно, парни, вам удачи, хорошо сходить, с нуля. Счастливо. Желающие. И, пожалуйста, на первой метке, на первой глыбе не говорите, что нужно бить босса. Нам проще убить метку, чем бегать. Нам гораздо дольше времени уйдет на оббегание. Какое нахуй оббегание? 3 шага влево — это бегание? Да, мы быстрее сломаем эту сраную метку, чем будем бежать. Вообще не делать хуйни и просто бить босса.
Не, можно. Ну, быстрее не можно, сломать метку. Я, пожалуй, пойду в Дуаран. Я хуй знает, что вы не хотите нормально убивать, типа, этого босса. Пиздец. Мы нормально Войт его убиваем, его так все убивают. В том-то и дело. То есть проблема сейчас не в этом. Вот вас когда притягивает неожиданно обжигающий холод, то почему не оббегаете? Вы не готовитесь к этому или что? Потому что он не по таймеру притягивает, абсолютно. Да какая разница, он... бежать-то можно? У него у всех отрыв есть, Войт просто. Так, ну, блядь. Зачать, скорость на тапке, блядь. Какая скорость, если он тянет от печеньки тебя? Тянет, ты не успеешь убежать по-любому. Ты пока летишь, уже полтаймера пройдет. Если у тебя нет никакого телепорта и так далее, ты не успеешь никак. Ближе стоять, глыбе. Треугольнику. Ой, ты понимаешь, что сейчас бой, вот просто босс забагался, вот и все. Вся проблема была. В этом. Единственное это. А у тебя какой ДБМ, у кого-то есть адмираловский самый новый ДБМ? Да нахуй это ДБМ, блядь. Ну вообще, притяжка. У меня адмираловский, он тоже сбился. И показывает, да, тоже притяжка? Он показывал, когда показывал, не было я. Он, наверное, точно, он каждые две глыбы, наверное, да, она должна притягивать? Да там просто получилось так, что мы не перевели вовремя, и... Получилось вот так. В КД ушло во время перевода. Получился Сирус, короче. ДБМ, он, в смысле, он как запустился, он так и идет. Ему похуй, там фазы, не фазы. Так, что ли, он работает? И смотри, после притяжки у Синдры есть кулдаун. Нам дали притяжку, и она не улетела. То есть мы не успели перевести, она успела дать притяжку, но не успела улететь. И у нее кулдаун не обновился. Получилось поэтому вот так. Да, она, получается, забагалась во время этого. Во время того. И поэтому таймер сбился. Давай, ЧПшник. За ЧПшника заходи. За ЧПшника? Ну да. У меня 4-го каската 10 нету. Сейчас, ну, подожди, бета-тестер вроде как бы. Ну ладно. Ну а чё, пускай бета-тестер идёт, он больше урон даст. Пати, вон ему кидайте. Кому кидать? Бета-тестер освободился. Так зачем ему КД принимать, если... У него есть уже КД. Это наше КД. Чё, у вас всё? Теперь фу? Да. Фу. Сорян, иди опять на X5. Да нет, ничего страшного, я бы пришёл, если это надо. Шкаф ставьте. Нет, с нас не саппорт, новый пить не буду. Сейчас пацаны. Похилит. Ешьте. Этот тестер еще не заставил. Дайте огурец, Локи, поставьте огурец. Там не принято, да, в наших рейдах огурец брать? Как-то больше ваншоты. Дайте ему саппорот какой-нибудь бета-тестер. Бета-тестер, выпей саппорт. Я не могу за двоих. Ну, у вас шаман появился. Будешь тотем, это тогда ставить третью ставку.
готовность, погнали. Краш-тест что-нибудь пытает. Он же сказал, отойдет на 3 минуты. Ну я не читал. Склепы бью я и бета-тестер, больше никто не бьет. Внутри бета-тестер не вешает доты на них. И до 50%. И до 50-20% максимум. Пошли рыбу есть. Краш-тест вернулся? Он не ест рыбу, блин. Ну, джипси, что за херня, ну? А, ну... Падайте. Упали. Заебали уже, честно, нахуй. А чё вы сами хилиться не умеете? Чё, если не едите рыбу? Вы помогите нам похилить, будет проще, блин. Зачем проще? Просто нажать одну клавишу и всё. Вот просто. Ну чё, он ел и сдох, что ли, или чё? Я не знаю, если он просто нихуя не ел, он только учить людей может, блядь, и всё. Понятно.